Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Я приехала забрать своего сына. А документики ваши можно? Депутат Ланская. Провести гражданку Ланскую к заключенному. Открой. Что-то как получится-то и там. Я во всем виноват. Поехали. Тебе нужно к врачу. Защита вызывает свидетеля Тернову Стефанию Анатольевну. Свидетель Тернова, вы можете рассказать, кто был зачинщиком драки? Свидетель, вы видели, кто первым на кого бросился? Я не знаю. Я не видела. Простите меня, я не могу. Стеша! 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 Ничего себе. На основании изложенного, руководствуясь статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил признать Смолова Егора Федоровича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за предумышленное убийство. И назначить что ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Егор ничего не виноват, это Оля, они на свадьбу ехали. А он первый полез. А она суд купила. А Егор ни в чем не виноват. Они любят друг друга, куда же его сажать-то? Вы в своем уме? Только поскорее, Борис. Хорошо. Святой Боженька, я виновата перед тобой. Господи, прости меня.
Настави на путь истины. Помоги мне, Господи. Я не знаю, что мне делать. Господи, не остави меня, Господи. Я во всем виновата. Что мне делать? Стеша! Могу чем-то вам помочь? Вряд ли. Здравствуйте. Простите, вы не знаете, где сейчас Теша? Я не знаю, Боря. Борис, я не желаю, чтобы она приближалась к нашей семье. Если ты меня хотя бы немножко бережешь. Простите. Что ты? Уныние – грех, отчаяние тоже. Батюшка, что мне теперь делать? Исправить то, что можешь, и принять то, чего не можешь изменить. Стеш! Стешенька! О, Господи! Я буду ждать тебя, мой адрес, Борис. Спасибо. Так какая нужда в личной встрече с Лавриным? А что, доступ к телу ограничен? Ну, он очень важный человек на арт-рынке. Возможно, у него находится одна икона, очень важная для меня. Когда-то эта икона принадлежала моей семье. Икона Стефаниды Дамасской. Понимаешь, дружище, Эдуард Платоныч очень не любит, когда к нему подкатывают с подобными заявлениями. А деньги Эдуард Платоныч любит? Я готов очень щедро заплатить. Здравствуйте, тетя Поля. Как Егор? А ты как думаешь, на зоне? Мне бы адрес его. А, сдались ему твои письма. Уйди, видеть тебя не могу. Так такого парня за решетку. Воротила нос, а теперь никому не нужна. Ты не письмами откупайся, а сделай что-нибудь, чтобы Егор простил тебя. Да. Простите. Может, прогуляемся? Нет времени, Наташ. Нет. Ваш счет. Спасибо. И это такая благодарность? Ну, я все-таки посредника нашла. Наташа, огромное спасибо. Правда. Борь, мы только по таким поводам и видимся. Забыть пора и обиды, и ревность. Давай считать, что ты не ездил на какой Озерский, и кошмара там никакого не было. Ну, Боря. Не получается забыть, Наташа. Ладно. Так ты ради нее ищешь? Ну, где ж твоя деревенская любовь? Что ж не спешит к тебе, а? Так сильно и нужен. Всего доброго, Наташ. Спасибо. Деда. М?
Мне деньги нужны на поездку. Поможешь? На поездку? Ну, так это, конечно. Если нужно, так ты же знаешь, где деньги лежат. А я сейчас... Дед. Сейчас. Запуталась я. Я во сне все иначе вижу. И ни погони-то нет, ни драки. А потом, как проснусь, вспомню, что на самом деле случилось. Сейчас я. Вот. Это Борис тебе оставил. Ждет он тебя. Нет, деда нет. Из-за меня его брата убили. Мать его ненавидит меня и правильно делает. Не вини себя, Стеша. И Егора из-за меня посадили. Перестань, не вини. Тут моей вины больше. Вот остался бы рядом. Может, не дал бы этой беде случиться. Нет, у меня, видишь, ниточка в расследовании помаячила. Бросил все, помчался в Москву на поиски. Вот они, мои поиски, это всем боком и вышли. Хоть бросай их совсем. Брата я Борису не верну, хоть перед Егором свою вину заглажу. Егора никто под руку не толкал. Сам виноват. И наказание он заслуженное получил. Деда, а мне как с этим? Трудно. Но пережить это надо. И дальше жить. Здоров. Привет. Ну, все как договаривались. Ага. Спасибо большое. Все. Все. Давай, удачи. Здрасте. Ланской Борис. Да. А вы не Лаврин? Это я знаю. Садись в машину. Спасибо. Ну, садись. Алло! Алла Сергеевна, Бори увозят! А иначе бы не пустили. Здравствуй. Я вот передачу тебе привезла. А еще деньги. Вот. Возьми, пожалуйста. Егор. Я очень виновата перед тобой. Прости меня, что все так. Прости меня. Ну, раз женой назвалась. Меню, пожалуйста. Нет. Спасибо за встречу. Ну что вы, когда просит такая прекрасная женщина? Ну, вы согласились не потому, что я так прекрасна, а потому, что вы знаете, кто я. Моего сына задержали ваши люди. Прошу прощения. Действительно, немного переборщили.
Ну, вы тоже поймите правильно. Ваш сын абсолютно безосновательно стал связывать мое имя с украденной иконой. Эта икона с давних времен принадлежала моим предкам. Мы очень ценим историю нашей семьи. Вот, наверное, поэтому Борис и пытается везде ее искать. А при чем здесь я? Эта икона в 89-м году как пропала, так до сих пор никто не знает, где она. Нет, нет, не знает. Я, кстати, тоже не знаю. А сына можете забрать. Прямо сейчас. Угу. Еще раз извините. Открывай. Ты что, соображаешь, куда ты суешься? Мам, ну ты меня за ручку еще поводи. Надо будет, поведу. Я уже с Глебом вам дала свободу. Поехали вы в этот Озерск. И чем закончилось? Ты хочешь, чтобы они что-то с тобой сделали? Они думать не будут. Борис, Борис, ты у меня один остался. И я не железная, чтобы спокойно наблюдать, как ты губишь себя. Пообещай мне, что эту девку из Озерска ты забудешь. Мало она нам горя принесла. Грехи приехал замаливать? Так я не поп, тут не церковь. Я теперь ЗК. А ты жена ЗК. Кровь вытри. Конвой! Сюда не окончено. Хороша, правда? Да. Не хотелось бы мне, Пете, чтобы кто-то предъявлял на нее претензии. Но никто не узнает, что она у вас. Историю ее знаешь? Заступала за христианство, за некоего Виктора, особенно Риана. Его всячески пытались извести, а он все живой. Чудо. А Стефанида была женой одного из мучителей, вот и заступилась. А эти мучители две пальмы нагнули, ее к этим пальмам привязали за ноги и отпустили. Понимаешь меня, Петя? Я вас прекрасно понимаю. Эдуард Платонович, можете быть спокойны. Хорошо. С Новым годом! Ах ты! Дед, откуда бандиты про икону узнали? Ведь это же явно кто-то из нашего поселка рассказал. М? Дед, я тебе про расследование. Расследование. Ты же знаешь, что из-за моего расследования случилось. Не дается оно. Вот судьба говорит, тормозни. Забудьте на время. Живите дальше. А ты что, на папу наговаривай, тоже забыть? Нет, деда, нет. Я все равно докопаюсь. Ты за что ж ты меня... такими словами бьешь. Я не говорю забыть, я говорю на время. Да если что-то новое всплывет, если судьба знак подаст, да я же первый. Запах этот. Да-да-да-да-да. Голова закружилась. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, так. Очень похоже на то, что ты меня правнуком решил наградить. Деда! Ой. Ой. Это не ой. Ой. Это огромная радость. Деда, я тебе не говорила. Егор? Я понимаю.
Понимаю, понимаю. А чего мы теперь делать-то будем? Рожать? Кто бы тебе что ни говорил, кто бы тебя ни отговаривал, мы рожаем. Ты родишь мальчика и будешь счастлива. Ну, я узнавал. Виктор Андреевич, ну, здравствуйте, мой дорогой. А я к вам, так сказать, на Рождество приехал вас поздравить. Здравствуйте. Здравствуй, Боря, здравствуй. А как Стеша? Боря. Где она сейчас? Ну, она... Ладно, Виктор Андреевич, я за Стешей приехал. Нет, Боря, нет. Понимаешь, у нее теперь совсем другая жизнь. И теперь тебе приезжать... Не надо. Она замужем, считай. Так замужем или нет? Она его ребенка под сердцем носит. Деда, если так все 9 месяцев будет, я не выдержу. Поздравляю. Витамины. Стеша! Боря! Стеша! Стеша! Стеша, ну что ты? Перестань. Мам? Да, Боря. Боренька. Ну, где тебя носит? Посмотри, какая у нас гостья. Здравствуй, Боря. Привет, Наташа. С Рождеством. Тебя тоже. Иди переодевайся, мы тебя ждем. Ну да, сейчас. Наташенька, у меня только надежда на тебя. Проходим. Здравствуй, Егор. Ты ранен? Егор, пожалуйста, я прошу тебя, не делай этого. Я хочу тебе кое-что сказать. Остановись, пожалуйста, Егор! У меня будет ребенок. Егор, у нас будет ребенок. Аборт делай. Если бы у нас все по-человечески было, а то я даже не знаю, мой он или нет. Ты же знаешь, что у меня никого, кроме тебя, не было. И не будет. Узнаю, убью. И тебя, и его. Аборт делай. А ребенок, ты в чем виноват? М? Я рожать буду. Женишься, хорошо, нет, я и сама смогу вырастить. Теперь ты меня что замуж зовешь? Да пошла ты. Свидание окончено. Стеша! Стешенька, подожди! Стеш, мы тут у Егора были. Я рожать буду, уже ничего не сделаю. Ты рожай, рожай! Рожай, конечно. Это он тогда от злости все наговорил. А сейчас все по-другому будет. М? Ну. А когда он малыша увидит? А если еще мальчишка получится? Он тогда все простит. Ну, так... И к нам заходи, Стеша. Мы с Федором не чужие.
и к Егору поезжай. Ждет он тебя. Очень ждет. Зачем звал? Здравствуй. Здравствуй. Сын мой без отцовщины не будет. Нас сейчас распишут, я договорился. Что молчишь? Опять не согласна? Ну, молодожены, печати уже поставлены, свидетельство готово. Расписывайтесь. Где расписать? Где галочка стоит? Так сказать, властью данной, горько. И ближе. Вот так, хорошо. Полечка, посмотри, красота какая. Да, да? Красота, да. Давай, грузи. Даже не верится. Вот как так? Не было человека, а ты думал, это такой теплый, такой родной. Такой человечек. О, а это сюда. Давайте сюда положите. Стеш, можно мне на минутку? Ну, я подержать. Стешечка, ну, ага. я же не уроню. О, дядя Нина. О. Паш, Паш, смотри! Стеш! Куда ты даешь чужие руки? Отойди. Теть Поль, теть Поль, ну, я же на минутку. Не теть Поль, головку держать не умеешь. Да? Не-не-не, мой хороший. Любишь ты погундеть, Полюшка? Да-да. Красавец. Денис Егорыч. В честь отца моего назвали. А папа наш деньги нашел на адвоката, да? Из Москвы. Стеша, они так дело обставят, будто Егор тебя от этих москвичей защищал. Да? Да? Колюшка, поехали уже. К бабушке едем. Едем к бабушке. Будем жить у бабушки, кушать оладушки. Стеша, а чего это ты решила? У свекрови жить? М? Это Егор так решил. Понятно. Приказы не обсуждаются. Пойдем. Деда, поехали. Ну, пошла. Догоню. Мы идем, да? Мы идем к бабушке, да? Все. Привет. Здравствуй. Растем. Растем. Ух, какой богатырь стал. Ух. Стеш, тут такое дело. Я деталь одну обнаружил. Угу. В связи с пересмотром дела Егора подняли все, ну, показания, улики. В общем, Глеб был ударен тем же ножом, что фигурировал в деле твоих родителей. Не поняла. Такой же или тот же? Тот же. Рана идентичная. По показаниям Егора, это нож его отца. Что ж такое получается? Федор Денисович причастен к смерти моих... Ну, я еще никому не говорил, решил тебе сначала рассказать. Спасибо, Паша. Стеш, если хочешь, можем вместе пойти. Я сама, спасибо. За Дениской присмотрите. Случилось что?
Просыпайтесь, Федор Денисович, просыпайтесь! Просыпайтесь! Стеша! Откуда у вас нож, которым убили моих родителей? Какой нож? Вы с ними заодно? Кто они? Как их имена? Я иду в милицию. Стой. Ванька Иванов и Петр Шмаков. Мои армейские товарищи. Приехали. Как снег на голову. Стойте! Кто ж знал, что они тогда украдут нож? Даня! Данюш! И с твоими родителями такое. Опоздал я. Я не видел, как все произошло. Держись, Данюша. Они не они. А нож-то мой. Я испугался. Нож спрятал. Вдруг бы подумали, что это я. И вы все эти годы скрывали это. Их бы давно уже нашли и допросили. Они не они, не доказано. А потом я думал, что... Твой отец с ними заодно. Я об отце твоем подумал. А ты кричишь. У вас есть их адреса. А что это изменит? У вас есть их адреса. Только что это изменит. Родителей не вернешь. А деда, не дай бог, до инфаркта доведешь. Да и мы вроде как родичи теперь. Стеша, мы все от тебя теперь зависим. Не губи. Ваше счастье, что дед ничего не знает. Он бы вас в клочья разорвал. Ну что ты, все хорошо, милый. Мама рядом. Ситуация спорная, поэтому... От вас будет зависеть исход дела. Что я должна сделать? Подтвердить на суде, что Борис и Глеб Ланские провоцировали Егора. Оскорбляли его словами, действиями. И главное, что возле ЗАГСа он вынужден был защищаться. Ну... Это неправда. Я не могу этого сделать. Это же неправда. Но если вы хотите, чтобы ваш сын рос без отца... Послушайте, все видели, что Егор начал первым. Как быть? Главное, что скажете вы. Стеша, Борис преградил вам дорогу. Это он во всем виноват. Гражданка Тернова, подтверждаете ли вы, что Егор Смолов мог расценивать вашу поездку в Москву как похищение? Да. Использовал нож для того, чтобы защитить вас и защитить себя от братьев Ланских. Да, все подтверждаю. Стеша! Пойдем, Боря. Стеша, иди, благодари человека. Спасибо. Это просто моя работа. Спасибо за сына. И что батю не сдала. Я оценил. Сыночек.
побежал. Денис, иди сюда. Мам, мам, я пить хочу. Ну, где я тебе сейчас возьму? Ну, я пить. Беги к деду, он тебе даст. Осторожней. 3 года твоему. Поверить не могу. Мне бы такого. А у нас не получается все. Понимаешь? И по бабкам ходили, и по врачам, и молились. Ничего не получается. Не нужно. Ну, то, как Егор твой, когда приезжает? В этом месяце ждем. А ты не боишься? Вы же толком и не пожили. Боря. Здравствуй, Сеша. Здравствуй, Боря. Вот. Посмотри, Сеш, какую работу нам привез Боря. Я, конечно, еще не мастер, но старался соответствовать всем канонам. Спасибо за икону, Боря. Эту работу, конечно, нельзя назвать иконой, Боря. Но она замечательная. Мама! Денис! Я не досмотрела. Не прощу себя. Так, все, все, все. Сейчас мы успокоимся. Все будет хорошо. Мы уже в больнице. Ну-ка, садись. Все, посиди. Сиди спокойно сейчас, хорошо? Ну что? Ну? Что? Ничего опасного. Отравление, ожог слизистой оболочки. Мы его промыли, все вычистили. Сейчас перейдем в палату, ему нужно поспать. Не беспокойте его. Конечно. А вам, папаша, следует закрывать все опасные вещества под замок. Не забывайте, у вас маленький ребенок. Спасибо вам. Ну, все. Спасибо. Боря. Прости меня за те слова на суде. Да ладно, Стеша. Я все понимаю. Получается, я тебя оговорила. Ты свою семью спасала. Ну, а что твое расследование сдвинулось куда-то? Нет. Хотя у меня есть адрес одного из подозреваемых. Но деду я пока ничего не скажу. Боюсь за него. Ну, хочешь, я съезжу, проверю. Или вместе нет, можем? Не нужно. Это наше семейное. Я сама поеду. Ну да. Тихо, тихо. Ну что? Что, мой хороший? Ну. Берем, открываем дверцу, ставим быстрее. Закрываю. Что нужно сказать? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сыночек, маме нужно уехать на пару дней. А ты слушайся бабушку. Обещаешь? Обещаю. Молодец. Счастливо. Всего доброго. Ну и куда ж ты все-таки едешь? Да дед попросил в городок один. Там иконы. Пара дней, не больше. Ну, без долгих проводов. Пока, малыш. Пока, мам. Врет она. Сердцем чувствую. Вот дура, с огнем играет. Думаешь? Да тут и думать нечего. Тебе сюда отпустить одну. Что, закончился? Вот здесь. Вот здесь мой муж работает. Ваня! Вань! Иди сюда. Что тебе надо, Вика? Иди сюда. Тут к тебе люди приехали. Аккуратно.
по делу. Кто такие? По какому делу? Добрый вечер. Здравствуйте. Федор Смолов дал нам ваш адрес. Кто? Федор Смолов, ваш армейский друг. Что-то не помню такого. Летом, в 89-м году, в Озерске, вы были на открытии церкви, так? Вспоминаете? Нет. В этот вечер пропала икона. Мы очень хотим знать. Может быть, вы что-то знаете об этом? Вы что, значит, иконами интересуетесь? Есть люди, которые очень хорошо заплатят за эту икону. Все, хорош трындеть, работать давай! Да сейчас, подожди! Давай! Значит, завтра с утра. Угу. Приходите, когда у меня смена закончится. Так. Ну, может, чего и вспомню. Вспомните. Да, завтра. Ну вот, поехали. До свидания. Слышь, Петя, тут твои иконы интересовались. Да не знаю кто, деньги предлагали. Не-не-не, я не выдал, ты что, я могила. Но деньги все-таки нужны. Ну, давай, давай, жду. А до утра он не сбежит? Да нет. Некуда ему бежать. Ну. Спасибо тебе. И тебе спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я люблю тебя. С первого взгляда. Как только увидела тебя за работой, сразу же пропала. Я тогда раньше пропал. Когда ты у меня еще велосипед украсть хотела. Я ожидал, что так рано приедешь. Здорово. Давно тебя не видел. Здорово. А что за люди? Это лохи какие-то. Икону ищут. Деньги привез? Да-да, привез. Посчитай. Ух ты. Спасибо. По делу смерти родителей. А что туда поехала? Мне надо было, я и поехала. Что значит надо? С кем ты? Я сама. Что значит сама? Ты с ним? Я знаю, ты с ним, тварь. С ним, да? Отвечай, тварь! Ты с ним, с ним! Что делаешь? Не было. Нет, я не знаю. Милиция приедет. Я все уберу. А что случилось? Наверное, пьяный был. Под циркулярку попал. Да? Не верю я в совпадение. Отвези меня на вокзал. Мне надо домой. А мне кажется, мы что-то решили уже этой ночью. Нужна мне, Стеша. Боря, пожалуйста. Ты знаешь, я не одна. У меня сын, муж.
А у тебя жена. Отвези меня. Боренька, а где ты был? Привет, Наташа. Привет. Твой телефон не отвечает, Борь. Нам нужно развестись, Наташа. Боря, ты издеваешься? У нас семья, я люблю тебя. Я никогда не любил тебя. Я всегда любил другую. Прости. Брак – наша ошибка. Прости, Наташа. Ненавижу, ненавижу, ненавижу ее! Ненавижу, ненавижу, ненавижу!